25 января десногорцы смогли побывать на творческом вечере известного русского композитора. Фильм-концерт «Кинотеатр Эдуарда Артемьева» транслировали в виртуальном концертном зале. Эдуард Артемьев – классик отечественной музыки. Большому зрителю он стал известен и полюбился своими саундтреками к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Музыка Артемьева сопровождала такие фильмы, как «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Солярис», «Доктор Живаго», «Сибирский цирюльник», «Сталкер» и многие другие. Масштаб экрана и качество съемки позволяли гостям библиотеки увидеть живые эмоции на лицах исполнителей и музыкантов Российского государственного симфонического оркестра кинематографии в Московской филармонии. Большим удовольствием пришла вот сегодня на этот концерт в библиотеку нашу городскую. Вот узнала, что здесь будет концерт композитора Эдуарда Артемьева. Музыку Артемьева я знаю. Смотрим, знаем по фильмам нашим российским. Очень все понравилось. Вот создается впечатление, как будто бы я нахожусь в концертном зале. Помимо гениальной музыки, зрители услышали душевный разговор между Эдуардом Артемьевым и его друзьями. Кадры записанной беседы чередовались с музыкальными номерами. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.